Здравствуйте! Сегодня мы будем делать цыпленка из ниток. Для этого нам понадобятся, собственно говоря, нитки желтого цвета. У меня под рукой оказался только вот ирис. Лучше, конечно, это если будет более мохнатый, пушистый. Какая-то ниточка, может быть, акрил или полушерсть, что-то такое пушистенькое. Но в наличии у меня только это. Сейчас карантин и все рукодельные закрыты. Вот. Будем делать вот из этой тогда. Нам еще понадобится две картонки. Ну, я вот взяла пластиковую карточку. Вот они, видите, немножечко разные по ширине. Одна чуть побольше, другая поменьше. Это техника из помпона. Вот, и те, кто знает, как делать помпоны, и у кого есть вдруг какое-то устройство специально для помпонов, оно облегчит работу. А те, кто уже делал какие-либо помпончики, могут перемотать немножечко. Я просто покажу для тех, кто не знает. То есть мы берем ниточку, вот так ее просто закрепляешь пальчиком, и вот так вот много-много раз наматываем. Столько много, сколько вы хотите, насколько, чтобы он был пушистый. То есть это не просто должна быть косичка, да, именно пушистенький такой большой-большой вот такой шарик должен быть получиться. Вот, ну, смотрите, по принципу, мне вот такой маленького цыпленочка дарили еще 2 годика назад. Он, конечно, искусственный и не из ниток, но выглядеть вашего птенечка может примерно, кстати, так. То есть это один шарик и другой шарик. Один чуть поменьше, другой побольше должен быть. Так, сейчас я сделаю паузу и покажу, сколько примерно нужно будет намотать. Вот, я остановилась. Примерно вот столько по толщине нужно намотать на одной. Чем больше и толще ваша нитка, тем интереснее получится эффект этого самого цыпленка. Вот, и смотрите, толщина вот этой картоночки зависит от того, насколько большой ваш будет цыпленок. Вот. Кстати, можно сделать цыпленка не из двух шариков, а из одного помпончика. Вот. Сейчас я намотаю еще на вторую. Вот. И будем уже снимать и разрезать ниточки. Покажу, как закрепить. Вот примерно сколько у меня получилось на одном и на другом. Вот сейчас, что нам нужно? Нам нужно потихонечку. Дело в том, что я прямо с большой натяжкой наматывала. Если вы будете делать с детьми, а дети очень любят вот это наматывание, вот, то у них это будет более рыхлое. И тогда можно ниточку, давайте, можно взять ниточку, подсунуть туда. Вот так как я очень сильно натягивала, получилось, что подсунуть туда невозможно. Если на картонке будете делать, то тоже можно будет подсунуть, даже если сами. У меня пластиковая карточка, подсунуть туда практически невозможно. Сейчас я вот краешку поближе подвела. Вот, смотрите, мы просто продеваем туда нить, чтобы он у нас сейчас, мы середку, да, сможем обозначить, что это у нас середина. И тогда можно до конца снять с карточки. Вот. Можно, в принципе, не подсовывать в середину. Вот. Можно сразу перемотать просто вот, вот таким способом. Я почему в середку продеваю, чтобы там вот этот хвостик один все-таки там из серединки вот оттуда выходил. Ну, это, собственно говоря, наверное, не принципиально даже. Смотрите. В общем, у нас получился вот такой как бантик. Стараться примерно это посерединке. И делаем 2 узелочка. Смотрите, у меня получилось вот таких 2 бантика, да, цветочку. Вот, что мы теперь делаем? В серединку ножничками вставляем и разрезаем. Вот тут нужно взрослым помочь своим деткам, если помладше. Старшие детки сами это все делают. И вот так вот мы разрезаем с одного бока и с другого, держась за середину, чтобы мы не вытянули лишние ниточки, совсем не выдернули. Так, что теперь? Вот за хвостик, какой у меня остался от завязочки, я просто за него так подержу. Да, вот так вот, вот нашла я его, этот хвостик от завязочки, от узелочка. И вот так начинаем распушать. Вот. Еще раз повторюсь, если у вас есть нитки для вязания, это будет более интересный вариант, чем у меня сейчас получится.
потому что они более пушистые. Вот, а у меня он более лоснится. Те петельки, которые не зацепила, вот тут мы сейчас их видим, допустим, да, какие-то попались. Вот у меня 3 штучки не зацепила, оказывается. Вот, и получился вот такой помпончик. Вот. Вот такой наш помпончик, он достаточно, это вот с большой, с широкой, такой разного, да. Сейчас мы его будем подстригать. Вот, сначала только я второй сразу разрежем, тоже вставляем, стараемся в серединку. Разрезаем. И с одной стороны, и с другой стороны. Так, все, мы молодцы, разрезали. Теперь опять тоже берем за хвостик перевязочки наши и начинаем вот так вот немножечко его держать и немножечко потрясти и распушить. Тоже вот такой у нас замечательный получился. Вот тоже увидела 2 петельки, которые не прорезали с этой стороны. Вот. Ну, не страшно, это все можно подправить. К тому же мы его сейчас будем стричь. То есть у меня получился один так побольше, другой поменьше. А, кстати, вот такие цветочки можно на этом этапе оставить. Можно такими цветочками украсить свою и разного цвета, кстати, помещение яркими какими-то ниточками. Сделайте помпончики, у вас как такой цветочек получается. Можно вот эту вот середочку какую-нибудь, красивую пуговичку сделать, и у вас останется такой вот цветочек. Везде их разложить вокруг яичек, куличика, между ними как-то. Вот. Но у нас сейчас задача сделать помпон, поэтому я опять соединяю, чтобы не было видно места, где у нас перетяжечка. Дальше, что должно быть? Дальше мы его должны немножечко обстричь. Сейчас я покажу. Вот таким образом мы сравним ему длину. То, что я вначале говорила, что можно сделать из одного помпона цыпленка, то есть наматываем на более широкую, где-то 10 сантиметров, взять картоночку можно и намотать много-много ниточек, побольше даже, чем я сейчас намотала для большого, вот, потолще. Вот, и у вас тогда получится большой такой помпончик. Вот, дальше вы его тоже так же разрезаете, все то же самое, только у вас получится один большой помпон. Так, вот пока я остановлюсь вот на этом варианте, вот смотрите, вот такой. И теперь еще раз поправляем, чтобы он не разваливался по шву, где у нас перематано. Только с одной стороны я вот все время держу, мне так удобно, потому что в этом месте мы ее сейчас все равно будем соединять с вторым. В случае, если ваш цыпленочек из одного помпончика, то вам нужно будет распределить вот эти ниточки равномерно, чтобы они... И вот эта вот часть, видите, у меня как более плоская, я здесь держусь руками, то тогда вам нужно будет вот так их соединить. И тогда у вас будет один большой такой вот помпончик, если вот такого примерно размера вот сделать. Вот. И тогда присоедините вот здесь вот глазки и посадите его. И можно сделать клювик, и, например, из красненького или оранжевенького фетра, или с картона. Вот, глазки, кстати, тоже можно сделать или с картона, или с фетра, у кого что под рукой. Если есть такие полубусинки или малюсенькие совсем какие-нибудь пуговички. Вот, у меня пуговичек нет, полубусинок черненьких тоже под рукой не оказалось. Сейчас я покажу, из чего я сделаю. Вот, скорее всего, у вас этого тоже не окажется. Вот, но можно сделать действительно просто из бумаги. Вот, смотри, мой помпончик мне уже нравится. Это одна часть. То есть это у меня вот головушка будет. Берем второй помпон и делаем тоже. Вот такое количество у меня состриглось. Вот, и получили зато 2 замечательных помпончика. Сейчас я покажу. У меня вот есть вот такие вот, на самом деле, это тычинки для цветов. Вот. Черный бисер у меня есть, но так как мне показалось, что черные бисеринки, как вот на этом... Вот на этом цыпленочке они мне будут маловаты. Вот, можно взять, если только у вас есть крупный черный бисер, то, в принципе, нормально будет. Можно просто примерить. Вот у меня эта головушка. Посмотрите, по размеру, мне кажется, что вот мои вот эти вот будут один, ну, нормально смотреться по размеру. В принципе, говорю еще раз, можно сделать из черного
то же самое, какой-нибудь карточки, что-нибудь черное вырезать из картона. Или если нет черной цветной бумаги или черного картона, можно любого цвета картон взять, белый, например, и раскрасить черным маркером. И вырезать маленькие кружочки, и тогда приклеить глазки. То же самое с клювиком. Вот, сейчас я покажу, собственно говоря, принцип, как мы это из этого соединим. Нам нужно их друг к дружке привязать. Вот так. Можно воспользоваться, если длинные у вас были вот эти завязочки, то можно воспользоваться ими. У меня как раз, в принципе, позволяет. Вот, просто вот так друг к дружке притягиваем. Вот здесь завязываем на два узла. Если случайно у вас есть дома фетр, например, красненький, или какой-нибудь хотя бы оранжевый, вот, или белый, вот у меня сейчас на столе бежевого цвета фетр, вот, можно его тоже разукрасить или красками, или маркером, фломастером, дайте это дело сделать детям, вот, и у вас тогда можно вырезать клювик из фетра, не из бумажки, а из фетра, и даже можно сделать лапки. Сейчас, в принципе, мы и сделаем. Сейчас я только посмотрю, есть ли у меня красные маркеры, или позаимствую сейчас у детей фломастер. Так, вот смотрите, у меня получился вот такой растрепыш. Сейчас я ему буду опять придавать форму. Вот такой уже, ну и понятно, что он уже практически цыпленочек. Вот. Вот одна чуть поменьше часть, другая побольше. Теперь все, что у нас вылезает, это вот ниточки, которыми держалась, состригаем. Вот. Еще для удобства, может быть, когда вы стягивали... Сейчас я немножко, кстати, покажу. Здесь все-таки есть такой небольшой зазор. Стянуть прямо плотно иногда получается, иногда не получается. Можно вот сюда капельку капнуть клеем, например, момента или еще какого-нибудь не очень сильно пахнущего. Вот, и тогда он получше закрепится, и поближе будут эти два помпончика. Сейчас обстригаем вот эти длинные веревочки, убираем. И дальше продолжаем формировать просто... помпончик. А можно оставить такой растрепыш, как будто вот он лежал, проснулся, не знаю, такой удивленный, на весь мир посмотрел. Вот. И немножечко еще не причесался. Смотрите, оказалось, что у меня, собственно говоря, нет даже фломастера под рукой. Вот. На помощь пришла красная ручка, красный восковой мелок. В общем, я заштриховала небольшой кусочек двух сторон. Это из этого я сейчас вырежу клювик и вот такие вот лапки нарисовала красным. Сейчас, ну, с двух сторон я его сделаю, сейчас вырежу и приклеим. Так, смотрите, я сейчас вырезала вот такой, как ромбик. Его складываем пополам. С двух сторон он красненький. Этот ромбик складываем пополам и приклеиваем вот сюда будет клювик. Так как у меня... это тычинки для цветов, у них есть ножка, то можно обмазывать ножку, и вот сейчас я вот так вот сюда просто вклею, будет глазик, да, и второй раз, второй такой же, вот, а лапки, соответственно, мы приклеиваем вот внизу, здесь, лапки можно оранжевым, можно таким каким-нибудь бежевым телесным, можно таким красненьким. Важно, чтобы они не были похожи сильно на уточку. Вот, вот такие остренькие немножечко. Сейчас я все приклею, покажу, что получилось. Вот такое чудо у меня получилось. Как я сказала, сложила пополам, приклеила. Черненькие глазки. Вот, если у вас это будут кружочки, то смотрите, чтобы кружочки были все-таки по размеру, небольшие. Вот, совсем прям малюсенькие-малюсенькие. Помогите взрослые детям в этом, потому что совсем мелкие обычно они делают с трудом. Вот, можно будет просто, если они кружочки вырезали, то можно их просто немножечко обрезать. Дальше, вот лапки. Вот, как оказалось, восковой мелок не очень хорошо переносит клей, он немножечко его растворил. Будьте аккуратны, если восковым мелочком будете красить. Вот, не стала я фетр красить, скорее всего, у вас его под рукой не будет, поэтому вот на бумаге, обычная бумажка, вот у меня кусочек бумажки плотный, вот, и я решила, кстати, еще сделать точно такой же практически, как и ножка, вот такой маленький гребешок и между этими вставила. Теперь мы вот это вот все соединяем, вот так вот формируем, чтобы он был общий такой. Если где-то выбилась одна какая-нибудь ниточка длинненькая, вас она смущает,
можно помочь обрезать, можно не обрезать. Вот так мы взяли такой, ну, очень такой смешной получился цыпленок. Вот, мне не очень нравится вот эта ниточка, я ее уберу. Ну, и вот эту вот, наверное. Вот, смотрите, еще раз повторюсь, что если у вас есть пушистые ниточки, вот, акрил какой-нибудь или шерсть, то цыпленок будет выглядеть намного пушистее, интересней. Вот, вот такой вот у меня замечательно получился маленький, очень быстрый цыпленок. Там, ну, за 15 минут его точно можно сделать, если вместе с детками быстренько намотать им, помочь вырезать только мелкие детальки. Вот, и еще, сейчас многие красят яички желтыми, красными красителями. Если у вас нет желтой ниточки, есть, например, какая-нибудь белая, покрасьте ее тем же красителем, которым вы покрасите яички. Просто окуните намотанные вот эти уже, то, что вы намотаете, помпончики. Окуните эти помпончики, когда вот вы сняли с картонки, окуните эти помпончики в эту же самую пищевую краску, или если она не пищевая, она еще более интенсивно прокрасит. Она вас очень хорошо прокрасит. Также можно воспользоваться куркумой. Вот, тоже будет желтый цвет, я имею в виду ниточки покрасить. Вот, всего доброго, хороших выходных, хорошего праздника и творческих успехов. Всего доброго, пока!